Коучинг в бизнесе, государственном управлении и в жизни открыли для себя представители различных кадровых служб, государственных структур, предприятий и организаций в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. На прошедшем тренинге участникам рассказали, как научиться и научить добиваться профессионального успеха. В отличие от любого другого мастер-класса, работа с коучингом сфокусирована на достижении четко определенных целей вместо общего развития. Главными спикерами данного мероприятия стали член Ассоциации ведущих преподавателя бизнес-образования MBA России Елена Селезнева и ассоциированный сертифицированный коуч Елена Челакиди. По словам приглашенных экспертов, потенциал человека не имеет границ, и знание основ коучинга способно помочь раскрыть новые возможности. Трудно спорить с тем, что каждый из нас знает о себе и своих трудностях гораздо лучше, чем любой консультант, и сам способен наилучшим образом и наиболее эффективно помочь себе. Знание основ коучинга способно помочь человеку активизировать его возможности и развить осознание. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.